Экономический кризис коснулся и культурной жизни страны, однако любителям хорошего кино в Ивановской области нечего опасаться. Затянуть пояса теперь придется организаторам одного из самых масштабных российских фестивалей «Кинотавр». Владимир Мединский, по сообщению РИА Новости, прокомментировал ситуацию, сказав о том, что сокращению финансирования подвергнутся часть кинофестивалей, проводимых в стране. Однако фестиваль «Зеркало», ежегодно проходящий в Плёсе, не входит в этот список. Более того, за счет уменьшения бюджета некоторых фестивалей предвидится увеличение материальных средств, направленных на проведение кинофестиваля на Волге.